Я пыталась предупредить. Тартана вышла из-под контроля. Капитан, она угроза. Она подключилась к домену предтечей галактической сети. Картана и жива? Теперь она может управлять устройствами, натворившими все это. Но как она... Мастер Чиф сказал, что видел ее. Что? Нет. Джону нельзя с ней говорить. Он хочет ее найти. Вы его отпустили? Как это? Чифа никто не отпускал. Он действует сам по себе. В 6:31 утра он самовольно покинул место службы. Дело не в мастере Джон Чифе. Джон эмоционально не готов расценивать ее как угрозу. Эй! Мне кто-нибудь ответит? Ты не в себе, Роланд. Да, сэр, как и все остальные. Вы создали Картану, док. А теперь обвиняете ее неизвестно в чем. Роланд. Думаете, она заставила мастера Чифа оставить пост? Простите, сэр, но почему? Почему Картана угроза для нас? Потому что не захотела умирать в нужный для вас момент. Ну и как ты? Это же не просто цель. Любая цель, просто цель, Барк. Да, для тебя. Хорошо в десанте. Целься и стреляй без этих дурацких заморочек. И как мы их приведем? Вежливо? Нет. А! Что за... Против брони. Устроим короткое замыкание. Эй, Лок. Все спартанцы, все солдаты, которые узнают, возненавидят нас. Понимаешь? Не ты один здесь ради него. Открыл планету стеклом в 48-м, всю колонию Кон. С тех пор нас тут не было. Управляется частной корпорацией. Стекло убирают, это делает планету пригодной для жизни. Почему мы пошли длинным путем? Элементарная вежливость. Я выросла на свободной планете, похожей на Меридиан. И если Кон высадится посреди города, местные сочтут это актом агрессии. Кстати, об агрессии. Это корабли предтечий. Какого черта здесь делают предтечи? Возможно, не только мы прибыли сюда из-за мастера Чифа. Кто, черт возьми, пользуется моим лифтом? Назовите себя. Спартанец Джеймсон Лок, Кон. Громилы, много. С кем я говорю? Это губернатор Слоун. Говорите. Губернатору помощь не нужна. Но он все равно ее получит. Спартанцы? Какого черта они тут делают? Что происходит? Станция Меридиан атакована. Словом, пытается дать отпор, но... У меня тут родные, и они безоружны. Осирис, жителям Меридиана нужна наша помощь. Что это еще за штуки? Со станции погиб, действительно. Всем сохранять спокойствие. Губернатор Слоун. Активированы протоколы безопасности. Управление лифтом, ответьте. Губернатор, у нас проблемы. Система турели отключена. Здесь я ничего не могу сделать. Похоже, проблема в процедурах блокировки. Попробуйте локальную перезагрузку. Что здесь делают спартанцы? Губернатор Слоун. Штаб Меридиана, откройте двери космического лифта. Не думала, что там враги! Открой двери, чтобы мы могли помочь.
Черт возьми, Кайл, не стой! Ладно, вперед! Они приближаются! База заблокирована, выход закрыт. Надо как-то отключить систему безопасности. Да, устраним угрозу, и блокировка снимется. Всем добрым людям, Меридиан. Приказывайте взять руки оружие, защищать. Управление лифтом. Активируйте автоматические турели. Пытаемся, губернатор. Дверь охранной вышки заклинила. Автоматические турели сейчас бы пригодились. Мы окружены! Турели активны. Кто, спартанцы? Вы активировали турели? Мы хотим помочь, губернатор. Помогали, губернатор. Многое сделали ваши люди. Эта дорога ведет прямо к станции Меридиан. Можно выезжать, иди не резину. Защитите этот мост! Нет. Это... Броня,
Да чтоб меня, пропаганда не врала о спартанцах. Слушайте, за мостом ближе к городу есть еще люди. Им нужна ваша помощь. В кого стрелять? Пришельцы? Мы займемся этим, сэр. Ладно, открываю. Солдаты могут водить? Моим людям в гараже нужна ваша помощь. И у них может найтись Скорпион. У них есть танк? Откуда он мог взяться? Дареному коню выил. У рыцаря дробовое ружье. Берегитесь выстрелов. Ханако убита! Перегруппироваться! Я как минимум ранил полсуток. Отлично, спартанцы, идите к гаражу. Я скажу Билли, чтобы открыл дверь. Спартанцы! Ну дела. Билли, одолжи им свою игрушку. Откуда у них Скорпион? Это ведь снаряжение Кон. Для безопасности. Обычная осторожность для приграничных колоний. Но столь тяжелая техника — редкость. Брат, занят! Со станцией Меридиан. Можете зачистить территорию от вашей позиции до города? Конечно, губернатор. Ух, быстро мы перешли. Отпроваливайте с моей планеты к... Ой, не поможете? Он хотя бы заговорил с нами. Уже неплохо. Я противников не вижу. Вы не подпускать их. Осирис, зачистить территорию, чтобы открыть ворота. Развези меня поближе. Все нормально, врагов нет. А, черт, вот они идут. Зацепил! Скорпион разрывает врагов на части! Мы часто встречаемся.
встречали прометейцев, но всегда там, где побывали предтечи. Да? И что? До колонии Меридиан был совершенно чистой планетой. Никаких следов предтечи. Так почему здесь прометейцы? Вот и я о том же. Ты вообще слушаешь? Знаешь, ты бы нашла общий язык с Вероникой, Вайл. Подвези меня поближе! Они подвигаются! Спасибо, спартанцы. Заходите внутрь. Натурали!